И всем привет, с вами Мистер Топ, и в этом видео расскажу о самых маленьких животных. Самое маленькое млекопитающее, от 3 до 4,5 см, длина карлика многозубки, является самым крошечным млекопитающим планеты, весит она менее 2 грамм. Самый маленький хамелеон, самая маленькая ящерица на планете, длина которой на 1 см 2 мм, назвали хамелеон Малабрукезия. Его можно встретить в тропических лесах Мадагаскара, хотя видеть не так-то и просто. Дело в том, что каждый покров хамелеона способен менять цвет, повторяясь по цвету окружающей среды. Самый маленький олень. Говоря об олене, сразу представляется крупное животное. Однако есть олень, размером напоминающий небольшую собаку. Его название — Северный Пуду. Высота животное всего 30-40 см. Рога у оленя очень маленькие, поэтому на высоту не влияют. У самцов они немного видны, у самок же вовсе покрыты шерстью. Самое маленькое существо на Земле. Самым маленьким животным Земли является летучая мышь Кити. Это жительница Таиланда. Ее длина от 2 см 9 мм до 3 см 3 мм, а вес не превышает и 2 грамм. Впервые летучая мышь Кити была открыта в 1973 году тайским биологом. По размеру это животное уступает многим насекомым. Самая маленькая медуза. Медуза Ируканджи. Она похожа на белый, почти прозрачный колокольчик. Размер этой малютки 25 на 12 мм. Щупальца же могут быть 1 мм до метра. Однако, не только крохотный размер медузы интересовал ученых. Оказалось, что это маленькое животное может убить человека. Я до сих пор до конца не изучен, поэтому противоядия нет.